Сегодняшняя программа будет посвящена автомобилю, который отчасти заслуженно дал название целому автомобильному классу. Да, он практичен, многофункционален, он хорошо продается, неплохо едет. Обычный автомобиль обычного среднестатистического жителя города. Но, знаете, для Volkswagen Golf не все потеряно. Ведь, как говорит народная мудрость, чтобы изменить свой старый образ, ты должен измениться сам. И компания Volkswagen предлагает такую возможность тем, кто готов выложить изрядную сумму денег. Да, за гольф, но гольф здорового человека. Визуально отличить Golf R от его гражданского собрата нам помогает агрессивный аэродинамический обвес. Бамперы с большими воздухозаборниками впереди и спортивными диффузорами сзади. Новая решетка радиатора, спаренные патрубки выхлопной системы, иная компоновка задних фонарей, новые колесные диски. И к тому же, с какой бы стороны вы ни подошли к этому бодрому малышу, везде вас встретит шильдик с прямым указанием на его R-характер. В салоне мы также обнаруживаем отличие самого отвязного «Гольф» от его классической версии. Декоративные карбоновые вставки на приборной панели и обшивке дверей, а также стальные накладки на пороге с синей подсветкой. Классическая для R-версии синяя отделка присутствует и в оформлении приборной панели. О дерзком темпераменте автомобиля говорят спортивный руль, сиденье и черный потолок. Вы знаете, что больше всего удивляет в этом автомобиле? Удивляет в нем то, что он, когда он не едет, когда он стоит на месте, совершенно ничем не отличается от обычного стандартного серийного Volkswagen Golf. Ну, за редкими исключениями. Конечно, есть персонализация на руле, буква R, сама форма руля и такие маленькие нюансы, как синие стрелки на приборной панели, прострочка на сиденьях, да и сами сиденья с глубокими ковшами. Все это напоминает о том, что мы сидим не в обычном автомобиле, но тем не менее... Это Volkswagen Golf! Но как только ты запускаешь двигатель, и как только ты впервые нажимаешь на педаль газа, ты сразу понимаешь, что это никакой не Golf! Какое-то чудо! Такое ощущение, что его выковали какие-то специальные гномы или эльфы от автомобильной промышленности, наделив его всеми теми чертами, которыми должен обладать автомобиль мечты. Так как если бы у вас была возможность собрать для себя свою тачку, но в теле обычного гражданского автомобиля. Вот он, Volkswagen Golf R. Благодаря сочетанию прямого впрыска и интеллектуальной системы турбонагнетания инженерам Volkswagen удалось довести мощность двухлитрового двигателя TSI до 300 лошадиных сил. А держать их под контролем помогает постоянный полный привод 4Motion и адаптивная система регулирования жесткости подвески. И самое главное, что люди в городском потоке иногда даже не подозревают, какой автомобиль рядом с ними. В городе нет практически ни одной ситуации, при которой вы можете быть вторым. 4,9 секунды до сотни, и это на роботе. Шестиступенчатый DSG делает первую сотню километров в час на 0,2 секунды быстрее, чем это может сделать человек. По сути, это и есть хороший профессиональный водитель, переключающий коробку передач, перебирающий передачи. Но только он это делает чуть-чуть лучше, быстрее и точнее, чем это сделал бы обычный водитель. Справедливости ради нужно сказать, что при движении в обычном вялогородском ритме расход топлива, хотя и не достигает заявленных производителем 8,8 литров, но все же держится в совершенно гражданских пределах – 11-13 литров на 100 километров пробега. Вы знаете, то, что этот автомобиль в городских условиях – это компромисс между его техническими возможностями и правилами дорожного движения, было понятно сразу. Поэтому городская часть теста завершена, и мы въезжаем туда, где характер автомобиля не будут сдерживать правила дорожного движения. На площадке со снежно-ледяным покрытием, местами куски асфальта, и для нас уже специально подготовили конфигурацию. Для начала сделаем пару разминочных кругов, не отключая систему курсовой стабилизации. Обычные гражданские настройки автомобиля. Никуда не делись 300 лошадиных сил и ньютона метры здесь с нами, но когда мы пытаемся войти в занос, система стабилизации глушит обороты, они падают, и, конечно, мы на прямых разгоняемся, отлично, но вот только начинаются заносы, только электроника прочитывает отсутствие сцепления с поверхностью,
мы приехали. Нет, такой хоккей нам не нужен. Поэтому мы идем в меню, выбираем настройки автомобиля. ESC, курсовая стабилизация отключена, о чем свидетельствуют пиктограммы. Коробку в спортивный режим. И сейчас мы должны получить... Мы должны получить все, что умеет этот автомобиль. Мама дорогая! Никакого падения мощности! Никакого! 380 ньютонов, и они доступны в диапазоне от 1800 до 5500 оборотов. Он, даже полностью развернувшись багажником вперед, продолжает копать лед. Что-то невероятное. Выброс адреналина. Я хочу вам сказать, примерно сопоставим, что испытываешь либо на мега-безбашенных американских горках, либо при прыжке с парашютом. Вы знаете, парни, я скажу вам, что среди автомобилей, обладающих камуфляжно-гражданской внешностью, но при этом совершенно спортивным содержанием, гольф с приставкой R занимает по праву одно из лидирующих мест. Автомобиль, с которым вы с понедельника по пятницу можете быть мистером 60 км в час, а в выходные позволять ему дарить вам праздник драйва, ну и несколько седых волос в бороду.